Всем привет, друзья! С вами Неломоб, и мы сегодня продолжаем проходить игру под названием Tabs, а именно мы проходим кампанию под названием Пираты X. Mark the Spot называется первый уровень. Так, смотрим, что у нас там. Так, сейчас будем бороться с пиратами, я так подозреваю. Всеми... О, и музычка такая веселая, пиратская. Ту-ту-ту-ту. Рассмотрим наших противников с пистолетами. Вот такое вот пиратское... Пиратское существо у нас тут на корабле сидит. И не одно причем. Так, возможно, здесь даже где-то есть секретные юниты. Так, я что-то нашел, кажись. Золото! Пиратское золото. Это не секретка явно. Музыка такая забавная. Кракен тут вон тут сидит. Штурвалы всякие. Как мы будем их побеждать? Без понятия. Без малейшего понятия. Придумаем. Рыцари! Вперед! Смотрим. Рыцари на пирата нападают. О! Блокируем атаку! Блокируем! Рыцари! Держимся! Держим строй! Рыцари! О! Ближний бой пошел! Но щитами как их лупят, этих пиратов бедных несчастных! Все им оставшиеся золотые зубы повыбивали. Бумц, бумц, бумц. Бум, бум, бум. Замокрушили чуваков, пиратов! Смерть пиратам! Еще, где там еще кто там остался? А, один последний пират несчастный. В водопаде там стена проходимая. О, мне подсказали секрет на Твиче, я тут стримлю. Сейчас мы поищем. О, я еще какую-то палку нашел по дороге. Что за палочка? Что за юнит? Так, бомб он стик. На палке, короче, какая-то бомба пиратская. Хорошо. Еще мне сказали, где-то здесь есть водопад. Есть проходимая стена. Вот водопад. Опа! Я... Видите, что тут? Видите? Видите? Вот тут залазишь такой. И заходишь в дом пирата какого-то. Что это такое? Подожди, подожди, подожди. Не бери. Это якорь. Это два якоря. На, в крест. Два якоря. Ну, оп, пропали. Что за юнит? Это у нас называется Black Be... А, черная борода. Бирд. Наверное, черная борода. Вот такой пират. У него вместо рук два крюка. Надо будет его протестить как-нибудь. Так, а тут у нас сидит вот такой вот злодей. Вот такой пиратище сидит. О, пират, конечно, симпатичный. Симпатичный. Только у него это не совсем пират, какой-то скелет. Остаток от пирата. Хорошо. Передвигаемся дальше. На следующий левел. Так, секрет в водопаде. Давайте смотреть, что у нас тут дальше происходит. Что у нас тут дальше происходит? Пиратов очень много. Как это так странно, так красные. То есть я могу на корабль чисто своих юнитов расположить. Они как будто бы вот своего корабля уже высадились и нападают на мой. Ага, вот. Да, то есть я могу вот здесь только своих юнитов расставить. Как мы будем защищаться? Я помню, что они очень хорошо дефаются. Нам нужно каких-то юнитов, которые смогут вот здесь их встретить. И они очень классно дефают. Хиллеров поставим. Бардов поставим. Может быть, их стоит встретить какими-то еще этими вот... Как они называются? Трезубцами, короче. Так, тут у нас еще есть эти мушкетники. Вот это, конечно, печалька. А кто у нас со щитами? Кто это у нас будет все блокировать? Значит, нам нужны какие-то юниты, которые смогут это дело еще все отстреливать. Арчера у нас ставить. Старт, поехали, смотрим. Я в одного арчера сейчас перемещусь. И буду туда стрелы забрасывать. О, одного с одной плюхи вырубил. Кажется, это провал. Кажется, это провал. Я проиграл. Фух, не получилось. Что-то явно мы сделали не так. Есть подозрение, что здесь нужно было больше ставить юнитов со щитами. Возможно, бы они бы дольше держали бы оборону. Например, хотя бы таких вот ставить спартанцев.
Во, поехали. Спартанцы со щитами. Сам в лучника вселяюсь. Вот туда стрелы забрасываю. Вот в этих вот. Пытаюсь попадать. Попал? Не знаю, не уверен в этом. Вообще не уверен. Ру-ру-ру-ру-ру-ру. Давай, попади только, пожалуйста. Есть! Я его подстрелил. Осталось двое. Двое осталось. Выбираем позицию успешную. Стреляем. Стреляем. Пум. О, не попал. Я попал в бочку. Это его сильное место. Надо в слабый попадать. И, кажется, они в воду лезут. На тебе. Не попал. Снова в бочку. Ну что ты будешь делать? Ай, я тоже в воду свалился. Да ну, вставай. Я опять проиграл. Но мы были очень близки к победе. Единственное, что мне кажется, нужно было здесь сделать, возможно, вместо этих лучников поставить каких-то иных. Какие у нас были хорошие лучники? По-моему, у нас в династии были классные лучники с шариками. Но они дорогие. Они дорогие, ужасно дорогие. Каких еще можно поставить таких стреляющих персонажей? Ну вот один за... Вот с шариками подбираю чувака. Во, я с шариками. На тебе. О, поднял, 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 поднял. Хорошо. Попал в еще одного. Так. Полетел в воздух. Попал? Надеюсь. О, попал, кажется. И в еще одного попал. Чуваки с шариками рулят. Династия меня очень сегодня выручает. Хорошо. Ой, это шарик был мимо. О, попал, 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 попал. Хорошо, еще на. В воздух этих всех поднимаем, чудаков. Ай, ай, ой, ой, только не в воду. Только не снова в воду. Остановись-то. Лети в воздух, детка. О, черт, это был очень неудачный выстрел. Они друг дружку валят. Опять я в воду свалился. Так, все, 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 все. Меньше этой музыки различной. Больше чуваков с шариками. Они рулят, они могут мне вытащить катку. Два их надо еще поставить. Вот тут сверху, раз. И здесь одного. Старт, поехали. Так, мне нужен стрелок. Но, есть, попал. Попал. Еще нужны шарики, еще нужны шарики. Попал. Попал, есть. Есть два шарика, это труп стопроцентный. Ай, мимо. Один здесь ползет. О, шарик пошел мимо. Они уже здесь. Ай, ай, напали. Гадские пираты. Да отстаньте от меня. Пошли вон, пошли вон. Нате вам шарик. Бежим. Бунт на корабле. Стреляй. Оп, наверх, 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 наверх уходим. Ходим, уходим, отстреливаемся. Тихо, попал, по-моему, в кого-то. Так, за штурвал. Отчаливаем. Это проклятый остров. Проклятый остров. Бунт. Пожалуйста, не надо спойлеров, ты знаешь. Молчи, возможно. Так, есть. Так, так, так. Но он еще не открыл. На этих чуваков с дробовиками не работают лучники. Лучники обычно не работают, а стрелы отлично работают. Вот это лишний явно персонаж. Это тоже лишний. Лучше поставить еще одного арчера такого. С этими, с шариками. Шарики поднимают их в воздух, и они вообще не могут никак атаковать. Это очень выгодно. О, там кто-то попал сзади. Еще кто-то попал. Промазал. Обидно-то как. Мокруха. Не, пираты классные. Мне уже нравится. Мы защищаем корабль. Мы должны его защитить. Во имя великого и могучего. Как его там? Джека Воробья. Во имя его. Будем сейчас, короче, воевать. Ай, промазал. Обидно. Бумц. Блин, опять промазал. Две стрелы впустую. С меня плохой стрелок сегодня. О, попал. Два шарика. Все, он в космос улетает. Шарики рулят. Попал. О, два шарика. Наверх, наверх, наверх. Выбираем позицию успешную. Не попаду я отсюда никак. Есть, попал. Попал. Он даже не успевает стрелять в меня. На тебе еще два шарика. Еще хочешь шарик? Получай. Еще. В голову шариком попал. Все, он, походу, разобьется. На тебе еще шарик. Ой,
Он разобьется? Да. Есть, победа. Люди, не пишите, чтобы стример увидел. Пушка справа за горой — это секретка. Опа, подождите-ка. Пушка справа за горой. Пушка справа за горой. Пушка справа за горой. Это секретка. Подожди, дальше читаем. Пушка справа за горой — это секретка. И моллюски в воде на стороне красных возле берега. Моллюски, моллюски, моллюски. Не понимаю пока что. Возле берега. Моллюски. Не вижу никаких моллюсков. Вижу какие-то шарики. Кокосы, что ли? Ой, это что такое? Я какой-то залез. Подождите-ка. Ой, тут какое-то сокровище. Полно золота, а секреток не могу разобрать где. Мог я уже подобрать это дело? Но ничего не вижу. На глубине. На глубине. Под водой где-то здесь. Тут все очень мыльное. О, я нашел! Вот оно. Пумц. Нашел чувака с моллюсками. Капец. А нельзя было сказать, что под водой? Возле ангела. Возле носа корабля под водой. В пещере. Нельзя было сказать под водой в пещере. А? Нет, нет. Ну ладно, поехали дальше. На следующий уровень. Босс! Босс! Наших окружили под водой! Ой, тьфу ты! На берегу наших обкружили гадские пираты! Нужно что-то предпринимать! Лошадьми? Крюки! Они же будут к себе притягивать! Ну давайте, притягивайте мушкетеров! Притягивайте, притягивайте! Давайте, давайте, притягивайте мушкетеров! Притягивайте! Я хочу на это посмотреть! Оп! На! Сразу же их и развалили, мушкетеры! Притянули, а мушкетер, на тебе, атя, Артос, Парамис, Артос, Портос и Арамист, шпагу в жопу тебе, сейчас как засунем, о, го, как он его жахнул, смотрите, какой он выпад ему сделал, о, а куда ты смотрит, думает, когда уже обед, они притягивают и дают пинка, ну, походу, я им дал пинка, хорошо, хорошо, так, в честь того, что мы легко прошли уровень, полюбуйтесь этой уточкой. На самом деле, это похоже больше на какую-то чайку. Ну ладно, едем дальше. Смотрим, опять пираты почти уже завоевали наш красивый корабль. Нам нужно как-то это дело приостановить. Они даже смогут к нам на абордаж залазить, я так понимаю. Нам нужно это остановить. Нельзя это допустить ни в коем случае. Что мы сейчас будем делать? Думать тактику, придумывать тактику, как от этого дела всего защититься. Они будут стрелять. То есть нам понадобятся явно юниты, которые смогут это дело все блокировать, атаку. Блокировать. И где мои любимые? Где мои любимчики? Любимчики, мои шарики. Вот мои шарики, любимчики. Вот мои любимчики, шарики. И соточка. На соточку. Давайте вам два художника. Ренессанс сейчас вас развалит, я надеюсь. Так, превращаюсь. На тебе. О, попал в одного с крюком. На, два. Два шарика с крюком. На тебе еще шарик. Ой, долго перезагрузочка идет. На тебе еще шарик. Не попал? О, черт! Чувак, ты мертв. Прости. Прости, прости, ты был мне как брат. О, крюком, нет! Они жестоко дерутся. Так. Я пошел. Пока, пока, пока. Спасибо за подсказки, за секретки. Значит, мы все-таки должны как-то по-иному действовать. То, что нас притягивает, это хорошо. Но это не работает. Лошадь. Сейчас, короче, две лошади на них спущу. Две лошади. Вперед. Лошади в бой. А я тут буду отстреливаться. Пока лошади их там всех разбивают. Лошади на пляже. Попал? Нет, мимо. О, кажется, мы победили. По-моему. По-моему, но это не точно. Виктори. Есть победка. У нас в кармане. Значит, что у нас дальше? Дальше у нас, дальше у нас. Дальше что у нас, дальше что у нас? Теперь уже пушки на нас нападают.
Фух, ну и как мы будем с этим справляться? Ну, шарики здесь отлично бы на этом... Это все дело у нас прошли. Шарики, шарики. А есть какие-то чуваки с бомбочками. Очень много бомбочек. И 5000 дали нам 1, 2, 3, 4, 5, 6. Допустим, это будет у нас на первый этап. Нам нужны какие-то юниты, которые смогут блокировать атаку. А ну попробуем поставить викингов в этот раз. Викинги, викинги. Со щитами. То есть какую-то атаку они будут блокировать. О, поехали, викинги. Надеюсь, что вы справитесь со своей задачей. Промазал, да? Попал, нет? Промазал опять. Когда же я попаду уже наконец-то в него? Дерутся, дерутся. Есть, попал, кажется, одну. О! А что у нас вообще по результатам? Я тут стрелял так долго и нудно, ни разу. Один раз попал в него, и то как-то надо. Если попал бы ему в голову, конечно бы мы бы сразу бы его обезоружили. А так что-то не очень справилась наша команда с этим всем делом. Не очень. Может быть, все суть в том, что нам бы тут валькирии бы всех там их развалили. Быстро бы к ним прилетели. И арчеров, которые бы их замораживали всех. А валькирии бы их там развалили всех. А ну-ка, валькирии, вперед, в атаку. А ну-ка, валькирии, покажите класс. Эти тут замораживают стрелами, а валькирии наказывают мечами в ближнем бою. Бум-бум-бум-бум. О, лучники, в одного вселяюсь. В одного вселяюсь. Черт, я своих, по-моему, валю. Ай-яй-яй-яй-яй, что-то не могу попасть ни по кому, не могу прицелиться по-людски. Корабль сейчас разобьет. О, попал! Попал в того, он заморозился чуть-чуть. Еще раз попал. На тебе. Этим, по-моему, все равно. По-моему, на них лед не действует. На нашем корабле уже король пиратов. Ной, блин. Что-то все равно не то. Может быть, это было перебор немножко с этими ребятами. Больше валькирий поставить. Больше валькирий. Больше валькирий. Это пускай отвлекает их. Эти чувачки пускай их отвлекают. Старт, вот. А себе лучников немножко оставил. Лучниками будем помогать, может быть, немножко. Вон туда стрелу. О, попал. Одного... Ой, ядро! Опять ядро! Попал в него? Нет? О, одного заморозил. Валькирия есть живая еще? О, больше валькирии нет. Я один остался. Один. О, нет. Блин, не получается что-то у меня. Так, что там у нас еще по воинам было? Таким, со щитами. Жестких воинов со щитами нам. А может быть какой-нибудь фейерверк тут выручить, чтобы они все взрывались? Не успевали даже как-то рыпнуться. А на них короля обезьян править. А ну попробуем. Короля обезьян на них отправлю сейчас. Поехали. А сам какой-то сейчас в лучника превращусь. Король обезьян там их отвлекает. А мы тут фейерверками их развлекаем. Бумц. Попал хоть и в одного. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Перезарядочка, перезарядочка. Один, два, один. Стреляй, стреляй. Не попал, черт. 9, 8, 7. Ой, они прям боксом меня, боксом, боксом меня валят. Бу-бу-бу-бу-бу. Ниндзя. Ниндзя должна же как-то стоять сзади. Кто-то должен танковать. Ниндзя должен стоять сзади. Ниндзя должен по-любому стоять сзади. Ниндзя стоит сзади. Обычных арчеров взять. На катапульту денег, конечно же, не будет. Музыкантов. Еще немножко щитов. А ну-ка, смотрим, чем это все завершится. Ниндзя, ниндзя работает? О, ниндзя бросает.
что-то ниндзя быстро подохли. О, одна живая ниндзя. Короля завалите ихнего. Ихнего главного пирата, главное вырубить. О, завалили. Главного пирата завалили. О, ниндзя осталась в живых. О, отли... Недолго я обрадовался. И как мы этих последних завалим? Музыкант сдох. Лучник. О, прям в голову, хедшот. Жесть. Ну, почти, почти, но почти не считается. Пушки очень много наносят урона. Ладно, это клир. Попробуем сейчас берсерки. Берсерки быстро бросаются в бой. Может, они все-таки быстренько туда прыгнут к ним сразу. И там всех перерубят. В том числе эти пушки гадские. Сразу же на них нападут и всех перережут там. Бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум. Осталось всего лишь... Прыгай, 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 прыгай на него. Прыгай, говорю. О, хорош. Только не в воду же. Куда в воду? И кто победил в итоге? Виктори, я победил. А как? Кто у меня там остался в живых? Видимо, этот пушечник там вздох под водой. Ну, захлебнулся. А кто-то из этих моих ребят еще оставался чуть-чуть, на долю секунду живым оставался еще. Поэтому я победил. Хорошо. Значит, что у нас тут теперь? А у нас теперь мы в преимуществе. Мы будем на берегу, а противник на корабле будет защищаться. Теперь мы идем на абордаж. Хорошо. Ну, здесь, в принципе, такая же может быть схема. Берсерки сразу запрыгивают туда к ним на палубу и начинают мокруху. А, лучники снизу. Мы можем их катапультами закидать сзади. Берсерки там их отвлекают. Катапульты валят. Сзади рыцарь идет. И плюс рыцарю вот хиллер помогает. И музыкант один. А ну-ка, смотрим. Бум-бум! Катапульты в деле называется. Катапульта в деле. Вот тут мокруха прям на палубе идет жестко. Ты с катап... А, ядра летят, как сумасшедшие. Они же и наших бьют, эти ядра. Так, музыкант. А у нас тут еще есть один. Надеюсь, что мы пирата сейчас завалим этого. Рыцарь у меня есть. Бум-бум, камнями по башке ему. Так, пират против рыцаря. Кто кого зарубит? У меня есть щит, в принципе. Бумц, бумц, бумц. Давай, мочи его. Не сдавайся. О-о-о-о-о. По-моему, он получил по башке камнем здоровенным. Прошел. Так, теперь что? Нас обкружили. Кругом пушки. Кругом пушки. Не, с пиратами классно. Мне больше всего сейчас пираты нравятся, конечно. Всякие ситуации с этими с кораблями, с пиратами. Вытягивать смогут. Ну, вытягивать то, что они смогут, это, собственно, ихняя проблема. Потому что вытягивать сразу дохнет. От моих мушкетеров. Эти вот, короче, очень слабы против берсерков. Так. Сколько у нас денег остается еще? Допустим, а, еще прилично денег. Эти сюда прыгают, эти сюда, это сюда. Потом на корабль кто-то заберется. А тут все, в принципе, я все расставил, у меня еще деньги остаются. Я могу еще даже чуваков здесь наставить, на всякий пожарный, чтобы они еще тоже наверх потом запрыгнули. Мне надо больше юнитов, чтобы они на самом деле туда наверх добрались, чтобы пушки уничтожили. Ну как-то вот так. Ну за 50 монет я могу себе позволить еще здесь... Ничего не могу позволить. За 50 монет одного такого могу. Вот такого в центре поставлю, пускай будет. Вот, прыгают. Главное на палубу, чтобы забрались. Вот. И перебили этих чудаков с пушками. Здесь что? Так, а что это у тебя в пузе торчит? Бей его давай! Виктори, перебил всех. Тут справились с пушками, перебили. Все правильно, я расставил и прошел. Все было идеально, я бы сказал бы даже. Так, что у нас тут есть? Что у нас тут есть? Мы в оцеплении. Мы в оцеплении. Это что, наши юниты? Подождите-ка, а чё они в центре? Сразу мне дают таких юнитов? То есть я буду ими защищаться. У нас много, против нас много чуваков, которые с пистолетами, плюс две пушки. Ну, две пушки, понятное дело, нужно, по идее, денег у нас 5000. Берсерков туда, чтобы они сразу прыгнули туда, на пушки на эти. Только не в воду. Тут, с этой стороны. Сразу прыжочек и валим их. Эти должны, по идее, отстреливаться. Ну и плюс валькирии. Воздушная атака. Воздушная оборона, так сказать.
принципе, тут можно еще музыкантов наклепать. Пускай играет музыку. Все, поехали. А, это чужие были в середине? Я не ожидал, что это чужие. Тогда хорошо. Ай! Ты что стреляешь все? Валькирии тут с пушкой справились одной. Отлично. Здесь этого в бочке замокрушили. Остались два пушечника. Так, смотрим от лица этого пушечника, как он работает. Так, валькирии, в принципе, есть. Валькирии, быстрее двигайтесь к этим пушкам. Валькирия, давай. Оп, оп, есть минус. Здесь. Бамц, бамц, бамц. Пощечину ему или рукояткой от меча. В общем, жестко. Одним словом, жестко. Так, у нас дают нам сразу пирата. Главарь, пират, главарь, главарь, главарь. Давай, если ты будешь погибать, ты будешь погибать у меня с этим самым, как его? С чем? Сейчас найду, скажу. А куда оно спряталось? Подождите-ка. О, с музыкой будешь погибать, если что. Это раз. Смотрим, значит, опять-таки, берсерки. Прыгай туда на пушке желательно. Этих бомбочек надо тоже перебить. С этими разобраться, чудиками. Так, тут, по идее, все. Здесь, ой, тяжелая ситуация. Ой, тяжелая. Эти пушечники. Этих перебьют, эти прыгнут. Эти тут, по идее... А, у меня больше денег нету. О, беда, печаль. Старт, поехали. Что здесь происходит? Правильно я поставил их? Перебили, перебили, пират все. Пират всех отстрелял. Тут закопали. Вот этих двоих, по-моему, вроде бы наш пират. Мечом, мечом рубит всех. На! Короче, куда в воду? Куда пошел? Куда пошел в воду? Вылазь, вылазь, добей этого, чудак, ты что творишь? Так, тут еще живые. Ух ты, какой прыжок, отличный. Прям как баскетболисты какие-то. Давай, надежда на тебя. Надежда на тебя, давай. Да куда ты залез? Куда ты залез? Вставай, бей его топором. Да бей же. Да куда ты? Бедолага, как мне тебя жалко. А кто у меня остался еще в живых? Что еще уровень? А, там кто-то валялся, видимо. Не мог выкарабкаться. Ну, что-то немножко пошло не так. Что-то чуть-чуть пошло не так. Нам нужно было чуть-чуть как-то по-иному все сделать. Тогда бы у нас все вышло. 60 монет. Че, еще одного музыканта себе позволить? Поехали, смотрим. Бамц! Этого надо вырубить в первую очередь. О, пушка минус. Пушка минус здесь. Пушку уничтожьте, уничтожьте пушку. Здесь пушка вживая. Здесь что? Здесь много живых. Он тут дерется, викинг, против троих. Отважный викинг. Здесь пушка в живых. Не может допрыгнуть до пушки, сейчас сразу же троих уничтожат. Они не могут нормально до него добраться. Ну уже. Есть, вырубил. Это наш капитан. Это мой пират. Это мой капитан. Это моя команда. Оп. Бедненький, как же ему бахнули. Так, тут сколько? Трое? Трое против двоих. И, короче, пушка их вынесла. Что-то надо делать с пушками с этими. Клир. Мушкетники. Что будет, если я поставлю кучу мушкетников? Что произойдет? Старт. Пау! Сразу же легло куча людей. Сразу же легло. Куча прям. Куча. Кругом всех легло. Потому что я сразу же сделал массивную атаку. Но это не получилось. Тактика плохая. Не работает таким образом оно. Клир. Пробуем тогда этих... Вот так. Шарики. Шарики. Ваш черед настал. Надежда только на вас. Шарики. Поехали, смотрим, шарики. Бам! Бам-бам-бам-бам-бам! Все. Ого, это как понять? Это как понять? Так, шарики быстро перезаряжаются. Быстро перезаряжаются. Блин! Шарики классно, но как-то не выходит. Не выходит. Надо что-то, чтобы блокировало большинство урона, чтобы было в блоке. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, раз, два, три. Ниндзя! Я надеюсь, я хочу сделать ставку на ниндзя.
Смотрим. Ставка на ниндз пошла. Жук-жук-жук-жук-жук-жук-жук. Звездочками-звездочками-звездочками валят. Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Тут ниндзя-ниндзя помогает. А, этим же пофиг на звездочки. Им же на ниже звездочки не работают. По-моему. Ой, боже ты мой. А здесь что? Он его под воду утопил его. Звездочками. Он сейчас сдохнет, по идее. Только не застрели ниндзю мою. Ну тут их много осталось живых. Не получается таким образом. Может, король обезьян всех перебьет? И лошадь на них отправлю. А ну-ка. Король обезьян. Пошел в атаку. Прыжочки. Лошадь сразу сдохла. Король обезьян скачет. Блинкуется. Дыщ. Он один или их двое? Я не пойму, на самом деле, этих обезьян. Пират остался в живых один. Нет, это вообще печальная история с этими обезьянами. Фух. Художники, настал ваш черед. Я сейчас тут столько напечатаю, что они обосрутся вас убивать, художники. Вы дешевые. Да здравствует художники! Да здравствует искусство! Поехали! Аж игра сейчас будет, наверное, глючить. Художники! Давайте в атаку! Да, у меня глючит все. Но, тем не менее, бой очень ожесточенный. Художники умеют уворачиваться, в принципе. Бумц. Одного заковыряли, второго заковыряли. Может быть, это победа. Что здесь? Художники, давайте, я вас верю. Один остался, пушечник. Добейте его своими кисточками. Добейте же его. Так, вроде бы справились. Эй, а чего это там попадали в воду-то, а? Кто там еще остался? Кто против меня? Не вижу никого там. Кто там? Побеждаем! Мы побеждаем с помощью художников! Офигеть! Там кто-то еще кричит в конце. Левелс! Мы прошли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На 10 уровне остановились. Следующие уровни уже будут в следующем видеоролике. С вами был Неломоп. Мы играли в игру под названием Топс. И мы проходили кампанию под названием Пираты. Если вы, допустим, досмотрели до конца этот видеоролик, хотели бы, чтобы под комментарием я вам сердечко поставил, вы должны написать слово какое. Давайте Джек Воробей. Пишите Джек Воробей, и я вам поставлю сердечко. Увидимся в следующих видеороликах. Всем пока-пока.